Актрисы приняли участие в фотосессии, приуроченной к выпуску новой модной коллекции к юбилею Примадонны. Анну и Надежду Михалковых пригласили стать героинями лукбука с новой коллекцией одежды и обуви, которая была создана по случаю юбилея Аллы Пугачевой. Результатами фотосессии актрисы поделились у себя на страничках в соцсетях. Девушки опубликовали снимки, на которых примерили самые яркие образы, в которых блистала Примадонна на эстраде. Анна и Надежда облачились в изысканные наряды, а узнаваемости образам придала фирменная прическа Аллы Борисовны, роскошные кудри. Эта фишка сделала это перевоплощение законченным. Некоторые из подписчиков звезд сначала даже решили, что перед ними сама Примадонна. В комментарии к фотосессии Надежда поблагодарила авторов съемки за то, что им предоставили возможность почувствовать себя дивами, а Анна оставила шутливый комментарий, написав, что на этой съемке ни одна сестра не пострадала и красивые туфли тоже. Пользователи сети рассыпались в комплиментах, отметив, что фотосессия получилась феноменально красивой и обе сестры великолепны. Однако большинство подписчиков все же отметило, что Ане лучше удалось перевоплотиться в Аллу Пугачеву. Они отметили, что на первой фотографии актриса, копия певицы, и некоторые даже решили сначала, что это и есть Алла Борисовна. Поклонники сочли, что у Анны даже получилось передать выражение глаз Примадонны, если будут снимать боепик, то на роль Пугачевой нужно звать именно ее. Одна из пользователей также похвалила Анну за чудесное преображение. «Я рада за Анну, наконец эту она великолепно выглядит, столько лет была какой-то нелепой теткой и вдруг такое преображение. Искренне рада, держитесь, Анна. Надежда всегда была хороша», — написала она.